Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством интересных художников. Сегодня я хотел бы вам немножко рассказать и показать картины Альберта Генри Коллинза, английский художник, наиболее известный своими портретами. Родился, обучался и всю жизнь прожил в Лондоне. Работал маслом, акварелью, пастелью. Специализировался на фигурах, портретах, за что получил ряд официальных наград. Я цитирую Википедию переводную. Он много лет выставлялся в Королевском обществе британских художников, демонстрируя в общей сложности 98 работ. А в 1897 году был избранным членом Королевского общества британских художников. В 1907 году Королевский институт художников-акварелистов показал некоторые работы в парижском салоне и был награжден золотой медалью. В 1936 году ему было поручено нарисовать коронационный портрет Эдуарда VIII для публикации в лондонском Иллюстрейт. Увлекался гольфом, музыкой. В 1947 году умер в доме престарелых в Бакстоне в возрасте 79 лет. Пример его портретной живописи находится в Харроу, в Королевском театре Друи-Лейн и в Портсмуте. А в общем, его работы встречаются довольно редко. Очень мало информации, но вот что мне удалось найти в интернете о Альберте Генри Коллинзе, то я вам, собственно говоря, и рассказал. Смотрим работы. Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.